21 марта 2021 год, Харьков. 19:45 по Киеву, как раз сейчас летит МКС. Но поскольку у нас облачность такая, какая она. Фильм ужасов какой-то. Тиринс, и даже и луну не видно. Какой там МКС, какой там Альдебаран. Рядом с Альдебараном МКС пролетает сейчас. И он там точно пролетает. Но, конечно, и рядом с луной МКС пролетит в 5 угловых градусах в 48 минут. 19:48 имеется в виду. Да. Ну тут ватные матрасы облаков, совершенно без прорех. Ужас. Ничего. Будем ждать других возможностей. Девятнадцать сорок семь. МКС. Какой там МКС? Ну хорошо, то есть ничего хорошего, конечно. Луна в прятки играет. Тинс. Я иду тебя искать. Ну ладно, попытка не пытка. Надеюсь, погодка по весне, ближе к лету, будет к нам более снисходительной. Девятнадцать сорок восемь. Вот как раз сейчас МКС рядом с луной. Если бы еще увидеть, где луна. Но хоть какая-то прореха будет. Не будет. Тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин. Да. Ну. Опа. Поймалась. Ну ладушки. Не заладилась сам, кажется.